33 дня жизни одного человека. В Центральной городской библиотеке открывается выставка Сергея Брюханова «Вне себя». Каждая фотография – день из жизни тагирского художника и его осмысления. Здесь, может быть, есть еще и такой как бы, творческий момент, какие-то композиции сложные. То есть за спинами достаточно многолетнее художественное образование, может быть, даже где-то местами и очень честные композиции, какие-то структурные и честные работы по цвету, то есть правильные, да, а где-то наоборот это все нарушено и такой творческий момент присутствует. Сергей Брюханов занимается живописью, и выставка «Вне себя» – его первый фотоэксперимент. По словам автора, такую гиперинсталляцию еще никто не реализовывал. Каждая композиция – фотография с мобильного телефона, распечатанная на кальке. Некоторые работы – скриншот экрана телефона. Это дни, которые Сергей провел впустую. По мнению художника, выставка поможет посетителям обратить внимание на то, какие фотографии они сами хранят в гаджетах. И, может быть, переосмыслить свою жизнь. Открытие экспозиции «Вне себя» завтра в 17 часов в галерее современного искусства Центральной городской библиотеки.